Всем привет! И сегодня действие нашего обзора опять происходит на кухне. Как и в многих современных домах, здесь нет подачи газа, поэтому все приборы подключены к электричеству. Перед вами духовой шкаф горения BO737E36BG2. Небольшая фабрика чудес, где рождаются кулинарные шедевры. Разогрев, выпекание, тушение и жарка. Когда-то это все делали в каменных печах при помощи дров и природного жара. В середине 19 века появилась первая бытовая газовая печка, а спустя сотни лет первая электропечь и микроволновка. Современные духовые шкафы – это разнообразие функций и стильный дизайн. Но главное – никаких громоздких конструкций. Горение создал удобный встраиваемый духовой шкаф в духе минимализма. Чистый черный цвет, утапливаемые переключатели на панели и сводчатая форма духовки. Габаритные размеры этой модели относятся к категории классических. Ширина 59,7 см, высота 59,6, а глубина 54,7. Форма Homemade Plus делает духовку еще более просторной, а потолок сводчатым, что повторяет конструкцию классической дровяной печи. В камере объемом 71 литр с утопленными стенками воздух распределяется еще лучше, поэтому по всему пространству духовки поддерживается одинаковая температура для равномерного пропекания. В новом поколении духовых шкафов горения сводчатый потолок спрятан за передней верхней стенкой. Это создает дополнительный объем. А здесь его полезное число – 71 литр. Можно смело использовать большие противни и наготовить еды на большую семью за один раз. При этом внешние размеры духовки сохраняются в рамках стандартов. Тепло внутри духовки равномерно распределяется за счет сочетания большого и малого нагревательных приборов гриля Perfect Grill. Использовать можно внутренний отдельно или оба сразу. Поэтому каждый раз получается идеальное блюдо – хрустящее снаружи и мягкое внутри. Максимальная мощность гриля – 2700 Ватт. Динамическая циркуляция воздуха происходит за счет системы MultiFlow 360 градусов. Можно одновременно выпекать на нескольких уровнях, не смешивая аромат и вкус блюда. Система охлаждения Dynamic Cooling Plus. Тепловые датчики регулируют охлаждение внешних стенок духовки, пока температура не опустилась до 60 градусов. То есть после завершения работы духовки требуется минимум времени для охлаждения. Снижается риск ожогов и можно спокойно уйти из дома, даже когда цикл готовки только завершился. Для блюд, приготовление которых подразумевает предварительно разогретой духовки, воспользуйтесь функцией быстрого нагрева Fast Preheat. Температура 200 градусов достигается за считанные 6 минут. Тройное покрытие духовки изнутри суперпрочной эмалью Silver Matte выдерживает температуру 500 градусов. Это дополнительная изоляция и максимальное отражение тепла, что очень важно для духового шкафа и его работы. Еще эта эмаль позволяет очистить духовку паром. После каждого приготовления налейте на противень пол-литра воды и на 30 минут включите функцию Aqua Clean. Пятна и жир размякнут, их останется только вытереть. За бесшумное и плавное закрытие дверцы легким касанием отвечает система Gentle Close, а телескопические направляющие внутри шкафа обеспечат главное движение и оптимальный обзор процесса приготовления на всех уровнях. Здесь установлено механическое управление программами и сенсорный программатор Icon LED. В комплекте духового шкафа горения предусмотрен глубокий и мелкий эмалированный и стеклянный деко, который особенно любят хозяйки за его практичность. Дверца Compact Door имеет съемный стеклопакет из двойного стекла с термослоем, что бережет стекло от нагрева снаружи, да и с мытьем меньше проблем. Для меня это один из самых главных аргументов за электродуховку. Нет газа – нет проблем. Эта модель от горения определенно заслужила попасть на мою кухню, и нас еще ждет много вкусных экспериментов. А вы напишите пока в комментариях разные интересные рецепты, не забудьте подписаться, жмите на колокольчик. С вами была Арина. Пока-пока!